Так, там вроде бы нужно еще раз пройти, да? Так, тени. Бум-бум-бум-бум-бум. Еще нужно портал дерзания пройти. Ну давайте еще раз пройдем. Так уже и быть. 515-й портал дерзания. У меня штраф. Немножко будет сложнее, чем предыдущий портал. Ну, я думаю, стилушек должно хватить. Штрафы уже больше. Было 50% к получаемому урону. Теперь уже 70%. Главное под удар не подставляться сильно. И мы пойдем. Мусорная мусорка. Там, чтобы вот именно получать это удовольствие от игрового процесса, там пвпшиться, нагибать кого-то, то это нужно быть безумно богатым человеком. Если вот с Diablo Immortal сравнивать, то Diablo Immortal это вообще дешевая игра очень. Nightcrawl там вложение в игру в разы больше. И вот и те, которые там вкладывают по 100, по 200, по 300к баксов, вот те чуваки получают удовольствие от игрового процесса. А другие просто кабанчиком бегают. Но кабанчики тоже какой-то этот какой-то игровой процесс преследуют. Или бегают на подсосах у топовых кланов или в топовых альянсах, чтобы там, чтобы им немножко перепало чего-нибудь. В этом тоже какой-то азарт есть. Некоторые просто спинают мобов, чтобы пару диамантов получить. Название стрима Байт? Нет, что это Байт? Уже давно про нового героя. Как бы рассказали, что будет новый герой. Какой герой? Это нам не рассказали. И точную дату тоже нам не рассказали. Но то, что он будет, это уже точно. Так, прошли. Это, кстати, босс легкий попался, поэтому мы его легко убили. 520-й. Так, войти. Погнали. Короче, первая часть видео, это типа вырезка на стриме. Я проходил 515-й. Это было пару дней назад. Вот я добил 1300. Сделал три зеленые шмотки сделал. И вот и теперь БР поднялся, можно спокойно дальше идти, более высокие порталы проходить. Вот еще на 515 у меня был штраф. А вот и на 520, как видите, штрафа нету. Так что можно сейчас пройти немножко порталов. Для шестого пекла у меня БР не хватает. Короче, в данже спокойно не походишь. Нужно, короче, еще легендарочек выбить. Зеленых шмоток. Или выбить, или скрафтить. Но пока что БР не хватает у меня. И вот мы уже возле босса. Буквально за пару минут мы дошли до босса. Фантастика. Сейчас убью босса, покажу, сколько там БР у меня. Для данжей нужно 33 700, а у меня 32 849. Короче, 900 БР мне еще не хватает.